В ближайшую пятницу в Братске пройдет общегородской субботник. Соответствующее постановление уже подписала глава администрации. Предполагается, что 26 апреля каждый желающий может поучаствовать в уборке дворов и улиц Братска. Как нам пояснили чиновники, в пятницу любой братчанин сможет взять все необходимые инструменты в домоуправлениях по месту жительства или в комитетах территориального самоуправления, так называемых КТОСах. Инвентарь, естественно, будет выдаваться бесплатно.